гарал хоогуурс ян коол юм ашиг энэ нь орой орой мета обши способ ба подсчёт самый тузам сиа гоо дэкэж юм шиг тэндэ мажана маун бале подсчёт дата на жизни буду маун бале ло бэрэн жан ниге сунге зяле яни мити зюги поскольку когда то, что годы пари нирваны будут более отдалены от нас, чем годы его рождения. Поэтому, когда мы считаем, мы пытаемся определить его годы жизни, нам нужно смотреть на другие традиции. И когда мы считаем тибетские даты, то также нам нужно обращать внимание на христианские даты, на эти даты новой эры и до нашей эры. Почему? Потому что то, что сейчас мы помним о тибетской системе подсчета, то в будущем, возможно, люди не будут помнить об этом. И в результате вся наша система будет нарушена. И следующее, о чем я хочу говорить, это самых важных учеников Будды. Но перед тем, как я хочу расскажу об этом, я хочу вам кое-что показать. Я упоминал о вазе, в которой хранились реликвии Будды. Она была найдена не в Непале, а на границе между Индией и Непалом на индийской территории. В этой вазе они нашли реликвии Будды, остатки костей Будды. На этой вазе было написано, что это те реликвии Будды, предназначенные для шакьев, чтобы они делали им подношение. Но здесь написаны эти слова. Одни говорят, что эти слова были написаны позже, но ученые подтвердили, что это старый шрифт, и эти слова были написаны старым шрифтом, который использовался в древности. Где же эта ваза сейчас? Она хранится в Калькутте, историческом музее Калькутты. Я не знаю, постоянно ли она выставляется в экспозиции, но она в коллекции музея. Но в ней нету реликвий Будды. Большинство из этих, большая часть реликвий были дарованы королю Таиланда, также они попали к императору Японии. А это верх колонны Ашоки с четырьмя львами. Вы можете видеть ее в музее в Сарнатхе. Сейчас давайте поговорим о главнейших учениках Будды. Когда мы говорим о таких учениках, как Рахула, Анируда, Ананда, они все принадлежали касте кшатриев. И первые три, Рахула, Ананда, Анируда, они считаются среди главнейших десяти шраваков, учеников Будды. И это перечень главных учеников Будды, которые мы видим в сутре, спрошенной в Вималакирти.
10 основных учеников. Некоторые из них именно не встречаются на тибетском. Это Шарипутра, Мотгальяна, Махакашьяпа, Курна, Субуди. Рикашьяпа, Урвадва, Кашьяпа, Надя Кашьяпа, Гая Кашьяпа. Все эти ученики были брахманами, принадлежали к касте брахманов. Все они включены в список 10 первейших учеников. Затем Яша и Гаваджапати, они принадлежали касте вайшев. И они упоминаются в сутре Вималакирти. И, как я уже говорил, среди учеников Будды были все представители всех каст. Это были брахманы, были кшатри, были ваши, а также были шудры. Не было никаких различий касательно касты. Любой человек мог стать учеником Будды. Также не было различия, мужчина был это или женщина. Например, у Будды были ученики женщины, такие как его тетя Праджапати, его жена, бывшая жена Яшодары, а также его родственница Утпали Варны и многие другие женщины. И среди то, что вы видите, перечень, это бикшу, они все были монахами, великими учениками бикшу, но они все отличались разными качествами, величайшие в своей мудрости, величайшие в своей дисциплине и так далее. Сейчас у меня нет времени описывать это. То же самое касается и величайшей бикшуни. Можете почитать об этом, если вам интересно. И не только Будды были не только ученики бикшу, бикшуни, монахи, монахини, но также было много и мирян. Например, царь Бимбисара Аджатхасатру, это правитель Магадхи. Затем царь Прасенаджит, царь Косалы. Также очень многие, много знать из клана Шакьев. Также это люди Мала, которые жили вокруг Кошанагара. Это племена Личави, Каушамби и многие другие. Они все стали учениками Будды. Также среди известных мирян это Анатабиндады. Он был очень известным человеком своего времени. Также Калпанаман Дитика, а также молодой Дживика, там известный доктор. Также была одна пожилая женщина, которую звали Вишага. Многие другие. То есть среди учеников Будды можно найти представителей всех классов, всех каст, всех возрастов. У него были ученики совершенно разных происхождений. Некоторые из них были его друзьями, принадлежали к его клану, и были его родственники, родители, то есть любые разные люди, и женщины, мужчины, молодые, старые. Не было никаких различий. Если мы хотим назвать цифру, сколько их было, говорится, что среди старших, лучших учеников, лучшие старшие ученики, их было примерно 1250. Кажется, что 1250 это не так уж много. Например, когда мы все собираемся на Кагью Малам,
то столько 3-4 тысячи монахов. Но дело в том, что в прошлом в Индии не было такого уж большого населения. Поэтому до того времени 1250 – это довольно впечатляющие цифры. Например, если на какое-то событие собиралось 10 тысяч человек, то это было что-то удивительное, чрезвычайное. Эта цифра 1250, в нее включаются только самые старейшие, выдающиеся ученики, а не все ученики. Это вкратце. В то время было много различных религий, философских направлений, и они все соперничали друг с другом. Они пытались победить друг друга, стать более влиятельным направлением. И среди них лишь буддизм стал величайшей мировой религией. Каковы причины этого? Есть много различных причин и условий для этого. С одной стороны, если мы сравним буддизм с брахманической религией того времени, буддизм был намного более всеобъемлющим. Мировоззрение буддизма было намного более широким, чем брахманизма. Буддизм был не только более всеохватывающим, но буддизм также был более революционным, поскольку, к примеру, буддизм выступал против каст. Также буддизм выступал против крайней аскетизма, также против всех этих внешних правил и ритуалов, которые были так популярны в то время. Буддизм говорит, что нет смысла провести всю свою жизнь, занимаясь ритуалами. Это внешний аспект, и направлять свою энергию лишь на внешнее не является полезным, это не является правильным. И Будда, в свою очередь, он уважал всех духовных практикующих того времени. Он уважал традицию шраманов, и также он уважал брахманов. Почему Будда был так? Он относился так уважительно к брахманам? Дело было не в том, что брахманы принадлежали к высшей касте, а потому что у брахманов была мудрость, они обладали мудростью, а также благим поведением. Поскольку поведение и мудрость брахманов были такими совершенными, Будда выражал им свое почтение. И для Будды, для него существовало различия в мудрости и благом поведении, но для него не существовало различия касты. То есть тот, кто обладал мудростью и благим поведением, тому Будда выражал свое почтение. Этот последний ученик Будды Субхадра, о котором я упоминал в прошлый раз, это последний человек, который пришел задать вопрос Будде, и он задал вопрос, а кто является лучшим, кто является величайшим. И Будда ответил, не сказал ему, что нам следует выносить решение об этом, как бы решать об этом, исходя из самого индивида, но мы определяем, кто является величайшим на основе практики этого индивида, то есть тот, у кого благое поведение и выдающаяся практика, это и есть величайший человек.
И также среди сутр есть две сутры Палийского канона, которые называются Асалена сутра и Канакатала сутра. И в этих описывается со всей ясностью способ мышления Будды. И поэтому, если мы прочтем эти сутры, то мы поймем, как Будда относился к другим, как он мыслил. Говорится, что среди всех учеников Будды Убали отличался от своей дисциплины и лучше всех знал Винаю. И Убали, он был выходцем из низшей касты. Однако среди шраваков, учеников Будды, он был глубоко уважаем всеми. Его уважали все шраваки, все ученики Будды. И это также свидетельствует о том, что в Санге Будды не было никакой дискриминации и различий на основании кастовой принадлежности. Есть еще одна сутра в Палийском каноне, которая называется «Сутра строф о дьяне, медитативном сосредоточении». И в этой сутре говорится, рассказывается история одного ученика Будды, его Пали называет Сунниди. Нет аналога этой сутры в тибетском каноне. Суннида, он рассказывает в этой сутре о себе. И его слова очень важны, поэтому я перевел это значение его слов для вас. А Суннида в этой сутре говорит: «Я родился в низшей касте, принадлежащей к низшей касте. И сначала я был очень бедным. Я был слугой других. Я подметал пол, убирал уборные. То есть он убирал туалеты. И все меня презирали. Надо мной все смеялись и относились ко мне с пренебрежением и с отвращением. И они смотрели на меня только так, никто ко мне не относился по-другому. Но несмотря на то, как другие относились ко мне, я, в свою очередь, должен был уважать всех, простираться перед всеми. Но затем однажды я последовал за одним учеником Будды, когда встретил его на дороге, и в силу случайности я встретил Будду на дороге, и я простерся перед Буддой. И когда я простерся перед ним, Будда, наделенный великой любящей добротой и состраданием, подошел ко мне. Когда он подошел ко мне, снова поклонился ему и попросил его: «Возьмите меня в свои ученики, я хочу стать вашим учеником. Пожалуйста, позвольте мне стать вашим учеником». И Будда, наш учитель, несравненный в мире, он повернулся ко мне и сказал: «Очень хорошо, Бикшу». И его слова: «Очень хорошо, Бикшу». Это была первая дхарма, которую я услышал от Будды. То есть Будда назвал его монахом Бикшу. Это говорит о том, что Будда относился ко всем людям, как к своим друзьям. И он видел их, как своих друзей. Поэтому он сразу сказал: «Конечно, ты бикшу, ты монах». То есть Будда признал его как монаха. И
Поскольку среди всех учеников Будды наивысший статус имели бхикшу, монахи с полным посвящением. Именно поэтому Будда сказал им, хорошо, очень хорошо бхикшу, саду бхикшу. Также есть один трактат, трактат Вашего Гоши, который называется трактат о великом многообразии. Его нет на тибетском. В этом трактате говорится о том, как сунниты, о котором я только что говорил, и упали, приняли монашество. И этот трактат очень важен, поскольку он показывает смелость и могущество Будды. Обычно, когда мы говорим о Будде, мы говорим о чудесах, которые он показывал, которые он творил. Однако сила Будды, его смелость, это что-то особенное. Он был очень смелым, поскольку даже люди из самых низших каст, которых презирали в обществе, Будда заботился о них с великим состраданием и добротой, вопреки мнению общества, он давал им возможность практиковать дхарму. И он давал им все то уважение, которым они должны были пользоваться в обществе. Это показывает говорит об особых качествах Будды. Мы всегда говорим, что Будда милосерден. Однако это те примеры, на которых мы можем видеть его качество. Следующий вопрос. А на каком языке учил Будда? Будда учил на местных языках, на разговорных местных языках. И причина этого в том, и это было беспрецедентно в истории. Мы знаем об этом из текстов. Например, в 25-м томе Винаи школы Махишасака, а также в 38-й книге Винаи Сарвастивады говорится о том, что было два брахмана, которые приняли монашество. И поскольку они стали монахами, им нужно было читать сутры вместе с сангхой. Однако в то время, когда они читали сутры, то эти брахманы обратили внимание, что произношение слов, грамматика, чтение сутр очень отличались от санскрита. Брахманы, они были специалистами по санскриту. Однако Санга читала, все члены Санги читали тексты на своих местных языках. Эти брахманы услышали это, они очень расстроились, разозлились. И однажды они пошли к Будде. И они высказали свое мнение по этому поводу Будде. Они сказали, бхикшу являются выходцами из различных каст, кланов. Одни никшатри, одни вайши, никшудры, они принадлежат к различным кланам. И у них у всех разные уровень образования. У одних есть образование, у других нет образования. И когда они все читают сутры, они читают их на своих диалектах и местных наречиях, разговорных языках. И это является неуважением к словам Будды. Как вы помните, для брахманов это было очень важно, когда брахманы читали священные тексты, они читали это с правильным произношением, и даже одна ошибка считалась неуважением к богам. Поэтому они прилагали столько усилий к тому, чтобы читать священные слова правильно, с правильным произношением, правильной грамматикой. И поэтому брахманы это их очень поразило, что бхикшу читали священные тексты как угодно, и они просто
это было слишком для них. И поэтому брахманы сказали, будет лучше, чтобы все читали сутры на санскрите, вместо того, чтобы читать их на разных непонятных языках. Поскольку если они читают на разных языках, это просто неуважение, пренебрежение к учению Будды, сказали они. И на это Будда ответил, что нет необходимости читать сутры на каком-то определенном языке. Необходимо произносить их на своем языке, на своем диалекте, на своем разговорном языке. Если их будут читать на каком-то иностранном языке, то это будет нарушение. То есть, что этим сказал Будда, что читайте сутры на любом языке, нет необходимости изучать какой-то особый язык для того, чтобы читать сутры. Если вы будете изучать какой-то особый язык, например, санскрит, для того, чтобы читать сутры, это будет пренебрежением к учению. То есть в этом проявляется намерение Будды, что Будда учил дхарме для того, чтобы принести благо всем существам. Это благословение дхармы. А должна касаться всех существ для этого. То есть дхарма должна быть понятна, благословение дхармы должно быть понятно для всех существ. Учение должно быть простым и доступным всем. Это то, что люди должны изучать, должны читать на любом языке, доступным им, поскольку брахманские тексты были доступны лишь на санскрите. Например, для того, чтобы изучить санскрит совершенным образом, необходимо потратить 10-20 лет. То есть брахманы начинали учить санскрит с ранних лет. И то есть для того, чтобы изучать дхарму на санскрите, всем нужно было потратить сначала 10 лет, чтобы изучить санскрит. То есть, поэтому Будда учил дхарму на любых языках, разных местных языках, для того, чтобы позволить всем существам понять смысл дхармы. Именно поэтому Будда делал это, что было беспрецедентным. Следующее, как сказать, если мы взглянем на это с точки зрения Махаяны, просветление Будды – это общепринятый факт, но так как Будда учил дхарме, это имеет очень много черт именно учения Махаяны, Великой Колесницы. К примеру, когда Будда достиг просветления, он сначала думал о том, что некому учить дхарме. Его никто не просил учить дхарме. Никакие люди не просили его учить дхарме. Мы говорим, что Индра и Брахма попросили его учить дхарме. Но Индра и Брахма были боги. Это другая, совсем другая история. Но вокруг него не было никаких людей. Люди не знали ничего об этом. То есть у Будды не было какой-то обязанности, работы, которую ему нужно было выполнить, учить людей. Это не так, как учитель должен учить учеников. Если он не придет в школу,
то это будет нарушением, поскольку у него обязанности как учителя учить других. Но в то время никто не признавал его учителем, никто не наделял его такими обязанностями учителя. Он мог просто продолжать сидеть, наслаждаться этим чувством просветления. Как бы это помогло другим. И поэтому Будда размышлял об этом долго, и хотя не было никого, кто бы просил его учить дхарме, он решил учить. И сам факт того, что он решил учить дхарме, свидетельствует о том, что у него было отношение Махаяны, стремление принести благо другим. И если среди всех учений мы захотим найти пример дхармы Махаяны, символ Махаяны, величайшее качество Махаяны, то сам тот факт, что Будда решил учить дхарме, это и есть величайший символ, пример Махаяны. Перед тем, как я буду говорить об этом, я хочу поднять кое-что другое. Говорится, что перед тем, что случилось после того, как Будда ушел в Паринирвану. Говорится, что после смерти Будды, как же развелась Санга после того, как Будда умер. Говорится, что после того, как Будда ушел в Паринирвану. Главный регион Индии, земля, где преимущественно пребывали ученики Будды, была Магадха. Например, он ушел в Паринирвану в Кушинагаре. Кушинагар считается северной частью центральной Индии. Достиг он просветления в Бодхгае, учил он дхарме в Сарнатхе, это на западе центральной земли Индии. Таким образом, появилось четыре главных места, где Будда достиг просветления, где он учил, где он ушел в Паринирвану, где он родился. Это то, что называется четыре великих священных мест паломничества. Видите, на это на сайте, это место рождения в Лумбини, место просветления Махабодхи, храм Махабодхи в Бодхгае, затем место, где он даровал учение, Оленьий парк. Сарнатхи и место его смерти Паринирваны – это Махапаринирвана ступа в Кушинагаре. Что касается последователей Будды с точки зрения географии, то в основном они были в центральной Индии. То есть это примерно территория древней Магадхи. Магадхи — это как раз Сидралия. Вы наверняка знаете об этих четырех великих мест. Вы видите на картинке Бодхгаю. Вы видите Сарнат, где он повернут колесо дхармы. Лумбини, там, где Будда родился. И там, где он ушел в Паринирвану, это Кушинагар. Три из этих мест в Индии и одно в Лумбини в Непале. Мы также, кроме этих четырех, мы выделяем четырех мест мы выделяем восемь великих качеств.
Это касается того, как сформировалась санга. Это 8 качеств, удивительных качеств санги. То есть санга сформировалась в центральном регионе, а затем распространилась. И там были горы, на западе были горы Виндия. Эти горы Виндия считались естественной преградой, а для распространения на востоке было очень жарко. И на востоке не так уж много жило людей. В особенности на юго-западе буддизм развился и распространился очень широко. То есть сначала дхарма распространилась на западе, а затем на юге, таким образом охватив юг и запад. Среди великих учеников Будды был Багаранный Катаяна. Потому что Катаяна отправился в Аванти на свою родину. И он учил дхарме многих людей. Это описывается в трактатах Винаи. Другой ученик Пурана, он был из Супарананды. Похоже, что это на западе Индии. В этом месте нашли колонны Ашоки, и потом это недалеко от Мумбаи, от Бомбея Мумбаи. Говорится, что на этих землях Пурана учил дхарме. И так ученики Будды разошлись по разным регионам, где они учили дхарме. И таким образом дхарма распространилась по Индии. Кроме учеников Бикшу, Будды было много учеников, торговцев, которые приходили к Будде в центральную землю. А затем, когда они возвращались к себе на родину, то они продолжали распространять учение. И торговцы, они путешествовали по многим регионам, и поэтому сыграли такую большую роль в распространении. Видите, что Катаяна отправился в Матуру. Матура недалеко от Дели, столицы Индии, и что Катаяна учил дхарме в Матуре. Он отправился там, где сейчас Дели. То есть, кто же был основой для распространения дхармы? Это сообщество, то, что мы называем сангха. На сангу легла обязанность распространять дхарму. И именно монахини, члены сангхи, исполняли эту обязанность. Почему? Потому что сангха, монашеская сангха, посвящала все свое время изучению практики дхармы. Поэтому их главная обязанность, их работа как раз заключалась в этом, в том, чтобы распространить дхарму. Миряне, они также практиковали дхарму, но у них было много других обязанностей, мирских обязанностей, поэтому у них не было так уж много времени для того, чтобы распространить дхарму. Также они не могли посвятить все свое время изучению дхармы и распространению дхармы. Именно поэтому мы считаем главной опорой для распространения дхармы это санга. И санга называется дружественным сообществом, либо сообществом, которое пребывает в гармонии, самага санга на санскрите. И эти ученики, это санга, пребывающие в гармонии, они
они обладали направленной верой в Будду, и они слушали его дхарму и следовали за ним. И поэтому это то, что на санскрите мы называем шраваки. Шраваки. Шраваки означает ученики. На тибетском они называются слушатели. То есть это те, кто слышали учение дхармы от Будды. То есть шравака означает тот, кто слушал, получал учение от Будды. В одной сутре Теравады Санга сравнивается с океаном. Мы не так уж много говорим об этом в тибетской традиции, об этом я хочу рассказать вам об этом. Это 8 качеств. Говорится, что Санга похожа на океан и обладает 8 чудесными качествами. Первое, то, как океан становится все глубже и глубже. Также и Санга, следуя по пути, становится все глубже и глубже. Также качество Санги расширяется так же, как и океан. Второе, то, как волны океана не выходят за берега, за береговую линию океана. Точно так же и шраваки не выходят за границы монашеской дисциплины. Третье, так же, как любой труп, который попадает в океан, будь то труп человека либо животного, этот труп не остается в воде, он выбрасывается на берег. Точно так же те члены Санги, которые нарушают дисциплину, они выбрасываются из Санги. Четвертое, так же, как 100 рек может течь в океан и раствориться в океане. Члены Санги происходят из различных каст, различных кланов, но когда они все принимают обеты монашества, все они называются детьми Шаки, детьми Будды. Это четвертое чудесное качество. Пятое, это то, как весь океан, как вся вода в океане соленая. Вода в океане соленая на вкус. То есть вся вода, она на вкус одинакова, она вся соленая. Точно так же у всей Санги одинаковый вкус, вкус освобождения. Следующее, шестое качество. Сотни рек текут в океан. Независимо от того, сколько рек течет в океан, океан никогда не увеличивается, не уменьшается. Точно так же, независимо от того, сколько членов Санги достигает освобождения, достигает состояния Арахата, Санга не увеличивается и не уменьшается. Следующее, седьмое, это так же, как в океане много драгоценностей, точно так же у Санги много чудесных качеств, мудрость, дисциплина и так далее. И восьмое, так же, как в океане много большой рыбы, в Санге есть много выдающихся индивидов высших качеств. Это 8 качеств Санги. Мне кажется, это очень хорошее описание. Итак, главная организация, опора буддийского учения – это Санга. Говорится, что
чтобы люди могли присоединиться к Сангхе, независимо от их касты, независимо от их социального статуса, они могли присоединиться к Сангхе. В некоторых религиях лишь люди определенной этнической принадлежности могут присоединиться к ней. Однако в буддийской Сангхе это не так, а любой человек может присоединиться к Сангхе. И сначала жизнь монахов была та жизнь странствующих, практикующих. Они странствовали, переходили с места от места. У них не было какого-то одного места пребывания. Они переходили с места на место. И поэтому те вещи, которые они носили с собой, это было очень небольшое количество вещей, только крайне необходимые вещи, которые они могли с легкостью носить с собой, когда они путешествовали. Что касается их одежды, у них было три дармических одеяния. Также у них был миска для сбора подаяния, у них был фильтр, чтобы фильтровать воду, и у них была подстилка, чтобы класть ее на землю. Таким образом, у них было шесть вещей. И обычная одежда, монашеская одежда, обычно делалась из хлопка. А затем она также стала из других материалов. Но как бы там ни было, монашеские деяния тяжело получить из подношений. И поэтому изначально у членов Сангхи было только одни деяния. Также монахини, они должны были переходить с места на место. Они не знали, где они остановятся. Это могло быть какое-то приятное место, либо неприятное место. И часто монахи того времени должны были оставаться в необитаемых местах, под деревом, в лесу. Самое лучшее в Индии то, что за исключением сезона муссонов, дождей летом, в Индии не так уж много дождей, поэтому не так сложно жить под деревом. И среди членов Сангхи были некоторые люди, некоторые члены практиковали аскезу. Это то, что называлось 12 качеств аскезы. Некоторые члены Сангхи были известны тем, что они практиковали эти качества аскезы. К примеру, Махакашьяпа стал известен тем, что он практиковал эти качества аскезы. Я рассказал вам, как возникла буддийская сангха, как она была организована. И после того, как Будда ушел в Паринирвану, как возникли собрания учения, к примеру, как канонические собрания, то, что в тибетском мы называем кангюр, такие канонические собрания учения возникли. Это слова переведенные слова Будды. Но что касается самих слов Будды, как было создано собрание слов Будды, есть много различных гипотез касательно этого. Говорится, что после того, как Будда ушел в Паринирвану, Махакашьяпа понял, осознал, что если они просто оставят учение Будды в том состоянии, в котором они были, то эти учения скоро исчезнут.
Поэтому зародилась идея созвать совет. И они собрали всех старейших монахов на такой совет. Он сначала созвал монахов и рассказал им об этой идее, и все согласились с этим. И после этого они созвали 500 старших учеников в Рашгири. И для того, чтобы собрать учение Будды, то, что называется первым советом. Слово «совет» на тибетском называется «каду», что означает «читать вместе», «рецитировать вместе». И почему он так называется «каду»? Кажется, «самгитти» называется на санскрите этот «каду». Это означает цитировать вместе. То есть это может означать то, что они просто вместе рецитировали тексты. Поскольку ничего не было записано, все эти учения они просто читали устно. То есть все эти пять собравшихся старейшин, они полагались на свою память. И рецитировали эти учения, примеры. Все учения, которые они помнили, они читали все эти учения вместе. Они просто произнесли, процитировали и собрали все эти учения устно. То есть не то, что эти учения были записаны, они были произнесены устно, и таким образом собраны в устное собрание учения. Некоторые ученые говорят, что такого первого совета не было. Однако в учениях первых 18 школ очень много упоминаний об этом первом совете. Поэтому можно сказать, что такой совет, скорее всего, имел место, что было какое-то собрание старейших учеников для того, чтобы сохранить учение Будды, собрать и сохранить учение Будды. Среди этих 500 старейшин были два главных ученика. Первым был Ананда. Ананда, он читал дарму, то есть слова Будды. Поскольку Ананда был помощником Будды, поэтому он всегда присутствовал, когда Будда учил, и все, чему Будда учил, все это он слышал. И поэтому Ананда читал слова дармы в течение Будды. А что касается Упали, Упали уважался, его почитали как наиболее как того, у кого была наиболее чистая дисциплина, поэтому он произносил учение Винаи, монашеской дисциплины. Это то, как это описывается в нашей в традиции Тхеравады. В тибетской традиции это описывается по-другому. Как бы там ни было, говорится, что то, что эти учения, которые они рецитировали в то время, это то, что затем было собрано в три питаки, мы назвали первые две питаки сутра и винаи. А еще есть третья питака, корзина Абидармы. Как же возникла корзина Абидармы? Говорится, что Абидарма возникла позже. Говорится, что сутры были созданы в стихотворной форме, то, что называется гата на санскрите. А позже к сутрам были добавлена часть в прозе, то, что объясняло эти стихи сутр, и это то, что было названо вратами дармы. То есть, когда мы говорим о сутрах, то сутры — это краткие стихи, которые было легко
читать, легко запомнить. Поэтому похоже, что первые сутры были на стихотворной, краткой форме. А затем позже, примерно 100 лет после Паринирваны Будды, к этим стихам сутр были добавлены проза, объясняющая место, время, которым были дарованы эти стихи, какие-то объяснения, дополнительные объяснения. И таким образом получилось то, что сейчас мы называем сутрами. Такова гипотеза ученых. Ну, который час. Наверное, на этом следует остановиться сегодня. Давайте на этом остановимся. Я расскажу о всем остальном завтра. Так, на этом все на сегодня. Я хочу сделать объявление. Первое. Завтра последний день учений. Мы добавляли дни к учению, и если я буду продолжать добавлять дни к учению, то буду все растянется надолго, но похоже, я уже устал учить. Дело даже не в том, что я сам устал, но дело в том, что с утра до вечера я совсем не отдыхал, я готовился к этим учениям, поэтому если я продолжу в таком темпе, то это отразится на моем здоровье, поэтому давайте все-таки завтра закончим эти учения. И мы хотели изначально провести также совместную рецитацию текстов, но у нас не осталось времени, поэтому я составил краткий ритуал о жизни Будды. Я сам сказал им, что нет смысла в ритуале, но я сам составил краткий ритуал жизни Будды. Есть ритуал Кадампы, традиция Кадампы о жизни Будды Шакьямуни. Он содержится в собрании драгоценных наставлений. И также он в океане, драгоценном океане Таранатхи. И, опираясь на эти два источника, я составил краткий ритуал о жизни Будды Шакьямуни. Поэтому мы прочтем его завтра. Я так долго говорил, я говорил вам о жизни Будды, я все это собрал в одном месте, составил этот краткий ритуал. И мы проведем краткий цок, ганачакра. Когда вы будете готовить подношение для цока ганачакры, то ничего не пакуйте в пластиковые пакеты, просто подготовьте фрукты. Просто посмотрите, что у вас есть, и собирайте те фрукты для такого небольшого пира ганачакры. И это то, что мы сделаем завтра, проведем завтра. После учения завтра. Это первое. Теперь мы с вами провели весеннее учение о Рикшаме. Сейчас мы провели летнее учение. У нас есть зимние учения, Дунчо. Что касается осенних учений, я не уверен, слишком много учений. И в Индии, Непале нет такой же осени, у них есть зима. Итак, у нас есть зимние учения, как и Дунчо. Во время учений, как и Дунчо,
Прошлым году я учил четырем дармам Гамбопа. Я что же, чему же я буду учить? У меня уже есть представление о том, чему я буду учить. Однако я не хочу вам говорить о том, чем бы я хотел учить. Я прошу Кенпо и всех монастырских колледжах обсудить это и предложить, сказать ваше предложение. Что бы вы хотели, что вы считаете наиболее полезным? Ну, я учил. После того, как вы скажете мне свои пожелания, я вам также скажу, чему я бы сам хотел учить. Итак, на этом все. Давайте посвятим заслугу. Благодаря этой заслуге пусть я обрету всеведение. Преодолею врагов разрушительные действия, из бушующих волн рождения, старости и смерти, из океана самсары я освобожу я всех существ. Благодаря той бесконечной заслуге, что я накопил от слушания бесценной дармы Высшей Колесницы, пусть все существа станут незапятнанными драгоценными сосудами для истинной дармы Высшей Колесницы. Пусть источник всего процветания в сансаре и нирване буддийские учения сохраняются долго. И пусть все великие существа, держатели учения, живут долго, будут украшены славой процветания. Кармапа, воплощение сострадания всех Будд. Кармапа, единство активности всех Будд. Кармапа, воплощенный наместник всех Будд. Аргентру Дутрин Лейпу, жизнь твоя будет долгой. Кармапа, воплощение сострадания всех Будд. Кармапа, единство активности всех Будд. Кармапа, воплощенный наместник всех Будд. Уркин Джуду Джилей, по жизни твоя будет долгой. Кармапа, воплощение сострадания всех Будд. Кармапа, единство активности всех Будд. Кармапа, ученый наместник всех Будд. Аргентру Дутрин Лейпа, жизнь твоя будет долгой. Итак, на этом все. Услышимся завтра.